Так, друзья, мы находимся в городе Никосия на острове Кипр. Продолжаем наши прогулочки. Вот, находимся на стороне Киприотской сейчас, этот город. Если вы не знаете или если вы не смотрели мои предыдущие видео с этого острова, то город делится на две части. Одна турецкая часть, другая кипрская часть. Вот. Могу сказать, что вот эта часть кипрская как-то выглядит более получше, чем турецкая. Более чище здесь, более все как-то красиво, аккуратно. Вот. Хотя турецкая часть тоже интересная, своеобразная такая. То есть Турция есть, в общем, Турция. А Кипр есть Кипр. Такие дела. О, шахматы, видите, продают. Разные веера, шахматы. О, нарды. Нарды продают. Потом эти штуки, как они назывались? Эти кальяны, да, кальяны. 8 на 18 евро стоят кальяны. Вот. По метрам, видишь? Вот. Да, по метрам. Взял. Мне, пожалуйста, 2 метра турецкого золотишка. Вот здесь такая киприотская, такая греческая жизнь проходит. Никос. Вообще этот город, наверное, просто Никос называется, а потом уже Никосия пошло от Никоса. Это типа Никос Сафронов, если так брать. Кто хочет город запомнить название, я, допустим, тоже не сразу запоминаю название городов, особенно когда они часто меняются, эти города, страны. Вообще путаница в голове происходит, поэтому, допустим, Никос, Никосия, можно запомнить от слова Никос. Или от художника Никоса Сафронова. Примерно как-то так. Так, что... Да, пойдем. Там мы уже были. Там в любом случае граница идет. То есть, если мы туда пойдем, то мы дойдем до границы опять. В той стороне мы уже были. Прогуляемся в этой вот. Кебабчик вот, пожалуйста. 5 евро. Я не хочу есть. Если хочешь, давай поедим. Я не хочу. А там тем более свинтус этот. А, куриный? Сейчас точно не хочу. У меня, тем более, я еще выпил этого айрана. Да. Друзья, это вторая бутылка вот такого айрана за 2 евро. Я его на турецкой стороне взял. Вот, хотя... На турецкой стороне, да. Жара. Здесь то ли река течет, то ли... А, вон там этот вокзал, да? Вон он, или нет? Не похоже он на Крыть? Не он, да? Сейчас, подожди, сейчас машина проедет. Видишь, здесь сдается for rent. Вот. Цены, друзья, точно не могу говорить, но примерно этот стоит все. А, мне говорит, да я. Ну чувак. То есть он оттуда мне говорит, чтобы я смотрел. Я смотрю, он шибко умный вообще. Может быть, это и есть? Нет, это бензозаправка. Бензозаправка, да? Ну, здесь вообще стоянка какая-то. Я думаю, нам туда, так, потому ладно. Что мы оттуда пришли. Да, пойдем вперед. Хочешь в магазин зайти в воду? Воду? Я воды попью. Давай лучше сок нормальный. Нет, я хочу воды. Да, ну пойдем тогда, возьмем. Так, сейчас возьмем воды, друзья. Вот, что-то я хотел сказать про цены на недвижимость.
переживает за нас. Спасибо тебе, мой киприотский друг, что мы неправильно переходим через дорогу. Вот. Да, здесь вообще движение пошло. Они вспомнили, что мы здесь решили пройтись. Ну что, сейчас вот этот проедет у нас. Все, пойдем. Может быть. Закрыто? Открыто. О! Фу, как здесь прохладно, а? Так, бери вот воду. Какую хочешь, бери. Я все равно уже напился. Да? И какую? Я туда возьму. Я тогда возьму. Не очень большая. Вот маленькую возьми и все. Да. Если ты просто хочешь, чуть-чуть жажду. Хочешь вон сок там? Нет. Ясос? Водички? Ту-ру-ру-ру-ру-ру. 2,40 стоит, вот такие 2,60 стоит вот такие батарейки в количестве 6 штук. Взяла? И мы пойдем вперед, и мы пойдем вперед. О, снова жара. Сколько вода стоит? 30? 35 копеек. 35 копеек. Взял вот такая вот вода. Пол-литра, да, здесь? Вроде не, бы. Мне кажется, маленькая. Не-не, 0,5, а, все правильно. 35 копеек стоит, видишь? Это недорого, потому что даже в Греции, я помню, в Афинах стоило... В принципе, в Афинах везде стоила вода 50 центов. Пол-евро. Здесь 35. Естественно. Газированная столько дорогая. Газированная дорогая, да? Там написано 1,25 или 30, там что-то такая маленькая. А мы покупали там большую. Ага, ну да. Да. То есть получается, эта вода вообще будет 10 центов стоить. 10 копеек. Да. Если так в реале брать. Да, центральный. Газетки, журналы. Так, сейчас пойдем с вами, друзья, я так думаю, вон на ту сторону мы. Посмотрим, что у нас там творится. Как поживает народ кипрский в городе Никосия. В городе Никосия. Вот здесь ночной клуб. Western Union есть, кому надо деньги отправлять или получать. Так, пойдем сюда. Так, пойдем, пока машин нету, да. Пойдем. Здесь как-то более все. Что-то здесь интересное такое, если это не закрытая территория, конечно. Где? На правой стороне, да? Ага. А, да, вот же эта стройка, точно. Все, мы пришли, получается. Да, 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 да. Так, а там выход есть на ту сторону? Нету. Нету, нету. Нету выхода здесь, нет. Здесь какой-то то ли какой-то... Греческое что-то, европейский какой-то, непонятно что. Но в любом случае там выхода нет, поэтому нам сюда не надо. Пойдем. Здесь мы можем себе это позволить, только где? Ну, там есть маленькие такие лавочки. Где ты видишь лавочки? А, вот эти? Ну, пойдем. Ну, давай, отдохнем. Попьем айранчику, водички. Посидим. Так, друзья. Пока выключаюсь, мы дошли сейчас до вокзала нашего, вон там вот вокзал, откуда мы пришли. Вот, не знаю, что это за здание тут у нас, но какие-то мигалки здесь, может быть, министерство каких-нибудь
внутренних дел Киприотская. Ладно, не будем заморачиваться. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, и попозже на связь.